людей меня просят поиграть в жизнь на арену в Dota 2 Reborn, так что я думаю, пришло время это сделать. Ну как к тебе присоединиться? Уже никак, мы начали. Надо, по идее, с паролем создать, что ли, для зрителей. Не знаю, сейчас чел не загрузится, что-то произойдет, там можно будет ливать. Я могу ливануть, конечно. Так, Android, блин, я уже не помню. А за кого я хорошо играл? Так, это кто у нас? Ну, давайте вот этого возьмем. Вадим, а ты сделай обзор по всем героям футов. Зачем? Там большинство героев стандартные. Ну? Так, где магазы? Типа ты сразу попадаешь, да, в битву? Прикольно, прикольно. Так, ну изучаем Фьюри, чтобы быстро бить. Но вообще мне сложновато без первого затара будет. Где магазы? Так, здесь три. Здесь сюда, походу, надо вставать. Закроем навермурчика. Сотканный из крови называется в оригинале. Кобальды. Блин, вообще, по идее, тут сфера очень нужна. Потому что я очень быстро атакую, и со сферой, типа, такой весь мощный. Так, микростан и... Блин, ну какого черта ты мешаешь-то? У чувака, конечно, подходящий ник для таких действий. Так, магазины. Понятно, магазин здесь вообще нет, я так понял, да? Сражаемся только тем, что есть. Так себе, так себе. А, здесь в любом месте можешь затариться. Вот это поварит. Блин. Где же вы раньше были, пацаны? Я бы так нафармил. Ну ладно, пофиг. Axe Bring the Axe. Так, у меня здесь на пробел забинжено, прикольно, из доты. Сохранилось. Так, он побольше здесь уже загиб. Да я уже понял. Но сразу бы так, блин. Ого, тут еще вот халявные. Ты че, у нас тут сдох? Бегут снова нам мешать, но благо не успели. Все, теперь повеселее пойдет. А че, кстати, по киллам здесь есть какая-то статистика? F2 вроде в доте статистика, не? Ладно, пофиг. Так, задумываемся над тем, что покупать. Я что-то уже все забыл, хотя недавно играл. Например, вот так вот. Заспавим все инвентарь. Мне бы надо стан хотя бы первого левела, что ли, взять. Потому что без него как-то туго. Так, на арене что-то можно сделать. Ну, вообще, вертелка это моя такая фармерская обилка. Так что можно даже что-то на ХП вначале купить, чтобы получше завертеться.
Ну, кстати, да, конечно, по темам с магазином Dota 2, где можно там одним кликом купить айтем, это, конечно, круто. Нормально, мы всех раним здесь. Сильных стилеров нет, но сотканный из крови такой довольно сильный стилер. Но все-таки не такой, как другие. Качаем чисто для дуэльную такую фишку. Вот это вот, хиляемся чуть. Ну, сейчас все ко мне бегут. Ну, что, короче? Жизнь на арене. И героями дефишь. Те, которые не разумели. Вадим, после надписи LHD Hipstar. Чего? Вот. LHD? Да. А, ну да, это мой крипстат. Это понятно, я бы вообще посмотрел. Не, ну я с такими чуваками, которые, конечно, прибегают подфармить к вам, так себе живется. О, сейчас будут дуэли. Зря этот топор, конечно, купил в дуэли, надо было что-то другое купить. И хпшечку. Шаман против... Ну, этот, по идее, наверное, затащит вначале. Саппорты вначале сильные. Он затарился на жир. Да, зря я топор собрал перед дуэлью. Он абсолютно ничего полезного не дает, только чуть атаки добавляет. За 300 голды, конечно, совсем не то, что надо. Не, ребятки, те, кто не справляется с установкой варика, они не нужны в варике. Так что не надо. Он еще вампиров... Вы научите его ставить варик, он еще вампиров подфидит, подведет врагов. Ой, точнее, союзников в футбон варсе. Не надо. Человек, который справился с установкой варика, уже там хотя бы обладает каким-то хотя бы интеллектом, базовыми зачатками. Блин, я даже и не на... Ну, даже четверку не вхожу, блин. Ну, конечно, я не купил в начале арбу. Ой, такие неадекватные люди. Давай, сотканный. Кись. Нет, его просто разложили. Парень собирается бегать. Кто это у нас вообще? Эрслорд, а это который... Вот, отлично, увернулись. Я знал. Что-то зря увернулся. Как-то я слишком немножечко своего противника переоценил. Ну, по крайней мере, от первой темы я не зря увернулся. Нормально, 218 голды. Давайте подумаем. А, ничего нельзя покупать, черт. Вурдалак должен победить, он очень сильный по соло-целям, к тому же у него есть криты нереальные, вот сейчас этот крит проскочил. Хотя на лоу-левелах криты не такие нереальные. Текс, давайте, наверное, купим что-нибудь на хп себе. Так. Нефарин, наверное, из зрителей, может быть. Что там есть у нас... Ну, вот эту тему и купим себе. Сейчас все вместе нужны. Но вот этот сейчас очень быстро отъедет. Я, наверное, лучше сюда уйду, потому что сейчас же тролли, насколько я помню. Но тролли это жестко. Акс, танкуй, вы что, чуваки? В Дотан переиграли, что ли? Я-то здесь не Акс. Ну, конечно... Я тот, кого дотеры сперли из Варкрафта, но герой у меня здесь другой, он АДшный. Ну все, некому танковать. Гулять танкует. Ну все, никакой организации. Все сейчас отдадимся тут нафиг. О, неуязвимость. А, неуязвимость тема была, я сейчас жалко отдамся, хотя жив. Смотрите-ка, как-то выиграли.
Ну, неуязвимость на самом деле, неуязвимость на всех, это то, что зарешало очень сильно. Давайте соберем щиточек себе, чтобы танковать более-менее. Соберем себе хилочку, купим точнее. Все, теперь мы готовы к 6-му левелу, чтобы всех раскрутить к чертям. Ну и надо, наверное, взять что-то сильное. Так, ну это мечки я брать, наверное, не буду. Вот эту тему люблю, конечно, да. Я обычно, я вообще фест айтемом часто собираю. Наверное, надо ее в этот раз тоже взять. Либо криты какие-нибудь. Мега-босс сейчас будет. Очередная такая проверка на прочность нашей нетанкующей команды. Ну, у нас, конечно, нету будущего, потому что танк один, но он такой саппорт-танк, то есть он танк только потому, что он собирает танкованные артефакты. Ну, вурдалак у нас тоже в атаку идет. Ой-ой-ой. Отдался пацан очень жестко. Но я, кстати, со своей арморкой нормально еще живу. Отлично. Это был супер-мега-босс? Да, ну первый босс слабый. Да, это был еще не супер-мега-босс, а босс. Ну, да? Здесь каждый сколько-то волн босс. Ну, в смысле, на каждой волне есть обычный босс, а каждый сколько-то волн мега-босс. Так. Mm. Огненный меч. Давайте начнем его собирать. Divine Protection, Cooldown, там. Rage готов, скажу тоже, чтобы тоже вписаться в общую эту тему. Ну, конечно, неприятно, когда бегают с чужих линий всякие чувачки со спылами. Тут Петри есть еще. Замечательная новость. Я страдал без них. Блин, когда 6-й левел уже, я задолбался. Эти приходят стилеры. Постоянно. Ульт с 5-й один. Или с 5-й, я не знаю, короче. С 5-й он имел в виду, но вообще у меня не был доступен ульт. Ух, как он застилил-то, а? Весело. Ну вот, блин. Ульта не пригодился. Ого, там халява. Ну, раз они у нас стилили, я тоже схожу. Димка, делай обряди в шопу. А, там еще грейды есть? Ворот. Черт, ну, опыта хоть чуть состилил. Так, апгрейдс. А, ну да, кстати. А где апгрейды? Ага, вот они, видимо. Так, подождите, а где апгрейды-то? Апгрейды. Как их делать-то? Я их делаю вообще? Непонятно. Ну, армора прибавилась это. Ну, хотя это от артефакта прибавилось. Пытается нарезать чувака, но чувак топором убивает. Но она молнии не юзает. Так, кто в итоге выиграл? Не, баба все-таки выиграла. Так, вот этот вот чел настелял еще больше крипов. Он, кстати, и на арене может что-то сделать, ну. Так, надо подбежать к нему, чтобы он завязывал звездочки. Ты задолбал, чувак. Какой-то он зависший пацан. Победил чувака, но он какой-то зависший был, непонятно. Ты победил. Да. Здесь снова вурдалак доминирует, потому что он собрался в АД. Какие-то профессиональные разговорчики в чате. Да, надо было, конечно, чуть зрителей подождать. Вообще, на самом деле, я впервые в Dota 2 Reborn быстро, точнее, впервые вообще набрал команду какую-то. Поэтому я думал, что это зрители. Но... Кто знал, что здесь кто-то играет. Паукан что-то бегает зачем-то. Enemies need killing.
Так, сейчас мы соберем себе мечик. И из мечика соберем. Хотя, может, топор взять, чтобы еще быстрее атаковать. Наверное, имеет смысл даже топор взять. Юзать его периодически. Так, ну манна мне не нужна, так что можно взять второй меч и рецепт 600. Скоро будет. Седьмая волна, у меня есть хилочка, я довольно толстый. А, сейчас морфы будут, что ли? Блин, к морфам я не готов, но, наверное, сейчас не морфы. Блин, здесь этот уродец. Ну, вроде как он ушел. Блин, я не знаю, смогу ли я накрутить или нет. Боюсь, что меня замочат тут. Так, встаньте на одном месте. Я не Акс. Я Дайс. Не знаю, кто в основном забирает это все дело. Наверное, не я. Нормально, мы их забрали. Не знаю, ходить к ним, нет, если они к нам ходили. Наверное, можно. Я не чувствую себя неправильно поступающим, когда хожу к ним. То есть они у нас опыт застилили, мы у них опыт застилили. В принципе, ну, нормально такая тема. Двое уже АФК, или что? Ну, шаман точно АФК. Так, пока еще нет денег на улучшение моих мечиков. Тебя толку уже ноль. Но вообще паучиха сильный герой и очень жирный такой. Но как-то ты неправильно играешь. Но я сам не умею играть за паучиху, к сожалению. Так, как делать апгрейды? Ты почитай лучше в чате. Чего? Почитай в чате, как делать апгрейды. Да, одни написали, что там они типа снизу вверх идут, а вторые написали, что вообще нет апгрейдов. Я, короче, на все потыкал, что можно. Здесь обычные айтемы, то есть. Стараюсь дамажить, как могу. Блин, у меня хилки нет. Паукан отвалился. Ну, короче, походу и нас скоро тоже не будет. Я могу хилку купить? Нет, не могу, черт. Блин. Давай, Акс, нет. Или не Акс, короче, но ты отдался. Здесь тоже все плохо. А это кто у нас? Аверсиры. А, ну это типа дренейчики такие. Ну, кстати, чел здесь нормально затанковал. У него, видимо, отражение урона есть. Блок он собрал. А, 20% дэмэдж ретурна. Да, он возвращает дамаг. Ну, как-то нормально, как-то отдефали. Сплэшом бьет топор. Здесь же есть рекомендованные айтемы. Топор. Сейчас, кстати, добьют этого пацана. Но идет сотканный из крови. Чтобы отдаться. Лол, кстати, самое смешное, что можно так и отдаться. Не, все-таки забрали, нормально. Ну, сотканный вроде интовик, но что-то он играет через... Не инту. Так, ну что, сейчас, наверное, та волна, на которой, ну, просто пипец. Сейчас морфы, по-моему. А вот морфы одна из самых сложных волн. Бочки всякие. А может что-нибудь забрать? Шоп ин шоп. Купить в магазине, типа. Мне не нужна такая штука. Не то купил, да ёшкин кот. Ой, по ошибке не то купил. Хоть хилочку успел купить. А на молнии буду издалека шмалять. Я, блин, ничего не могу здесь сделать. Это волна для магов.
которые стеляли у нас фарм. Это вот дальние, это лучшие волны для магов. Ну я вон этот дважды молнии забабахал. Вся моя полезность. Ну ты говоришь, что апгрейды есть вверху. Там где вещи. Кнопка апгрейд. Не знаю, тут совсем нет. А, здесь возвращение урона не только милишникам, но еще и рейнджам. За счет этого очень хорошо собирать этот тайтем. И у нас чел, он, видите, все задефливает соло. Сотканный сдох тоже. Да, здесь баг, из-за которого все нормально. По идее, возвратка действует только на мили. То есть, вот. Должны были уже убить. А так он на халяву всех убивает. И благодаря этому мы проходим волну. Но денег у него, конечно, миллионы. Жалко, блин, я не тот айтем купил. Как-то протупил. Еще и денег у меня ни черта нету. Сейчас дуэль будет. Проводочек у бочки двигается. Я не знаю. А у меня готов Lighting Spear. Могу на это показать. На 5 секунд до дуэли. Ну, в первой дуэли будет этот у нас парень, конечно же. И вполне возможно, что даже он победит, хотя саппорты на таком этапе уже не тащат, но здесь абсолютно практически ничего нету. Да нет, есть уже лук молний. Неплохо. Здесь, скорее всего, меня покарают. Да, я его победил за счет баша. Баш у меня, сколько там процентов шанс? 18%? Не, ну в принципе реально вполне. Ну, надо было, возможно, крутиться. Но крутилка. Крутилка баш не даст. 150 дэмэджа крутилка. Да, победил. Победил АФКшера, чувак. Сейчас снова гуля убьет паука нам. Ну, что, довольно неплохо развита, в общем-то, карта. Учитывая, что недавно появился Dota 2 Reborn. Killing Spree даже идут, нифига себе. Так что, в принципе, ну, здесь что-то интересное, наверное, будет дальше. Да, мне до этого лука еще долго копить, перчатку пока купим. Придется лук собирать, раз вот не туда нажал. Вот там типа кнопка оберет. Где? Вот ты только что нажимал что-то. Вот да, кнопка upgrade, да. Но она типа недоделанная, да? Ну я нажимал как бы правой и левой кнопкой, если я что-то мог бы делать. Но я не вижу даже ресурса, за который делается upgrade. То есть в варике это дерево, а здесь дерева нет. To battle. Как подключиться по паролю? Ну, наверное, ввести пароль, который ведет и тот же чел. Я как бы не очень шарю. Ну это так, это просто обзорная карта, обзор карты, потому что очень многие просили. Играть, конечно, в это в ближайшие, там, наверное, полгода смысла не будет, а потом посмотрим. Смотря, где будут более крутые карты. У меня есть башня, что-то нифига не срабатывает на босса. Ну. Ой, бурдалак чуть-чуть потанковал, сразу же начал отъезжать. Меня бьют, но вроде перестали. Нет, снова бьют меня. Надо было лайфстил, кстати, взять. Это еще на меня гонит, нифига себе. Говорит, первый раз играю, еще на меня гонит. Вот уродец. Я думал, это зритель, а это какой-то неадекват. Давайте сразу замутим его. Да, в общем-то, можно всех замутить здесь. Так, я думаю, прикольнее будет. Как-то не этот чел сразу в двух командах одновременно. Это потому, что он очень плохо играет, что ли? Типа его сразу отобразили во врагах. Текс. Блин. Ну, можно уже эту штуку продать. Купить себе хилочку нормальную. И ждать. Ждать покупки этого лука. Тут еще куча голды.
Что мне делать? Ну ты вообще маг, а ты собрался в атаку, так что я не знаю, что тебе делать. Так, главное не отдаться. Ну что-то я забрал, блин, там чел один стоит, один фармит, но он саппорт. Но с другой стороны, из-за бага вот этой вот темы, что на всех действует отражалка, он, конечно, может задоминировать. Но вообще не очень хорошо, когда семеро одну волну дефуют, а один дефует другую. Получается очень жесткий такой дисбаланс перераспределения опыта. Так, давайте сюда сделаем эту штуку, чтобы не пробили. Она стояла. Кто-то тут у нас в уголке спрятался. То подходит, то отходит. Чел ливанул бы уже, не парился бы, что. Ну бас, ну бас. Тоже, кстати, мне нравится этот герой. Это Warcraft 4. Ой, ребятки, нет, не позорьте. Не позорьте черты Warcraft. Все-таки графика в Доте, конечно, уродская. Я не понимаю, почему не сделать нормальную графику. В Warcraft 3 года лучше, да? Да, ну Warcraft даже не 2003, Warcraft 2001 получается, 2002. 2003 года, в 2003 году ТФТ вышел. Дополнение. Графика реально в Дотане уродская. Это типа вот новая версия, там все дела, но она просто уродская. Я не понимаю, зачем. Все такое завидно. Зачем так делать? Чел опять соло фармит всю волну. Надо рядом с ним, что ли, стоять. Опыт хоть получать. А ты здесь не бьешь, да? Если ты райт-кликом не указал, не бьешь. Ой-ой, сколько кровищ. Не, в 2007 году я с удовольствием играл в доту на первом Варкрафте. Но здесь что-то реально, вот как-то графика второй доты меня вообще не радует. Даже... Ну, нет, наверное, вообще никакого момента, который бы меня радовал в... Ого. Что вы думаете об этой пользовательской карте? Все, походу, да? Походу, все. Хорошая игра. Отключение от сервера. Отключен от сервера. Отличная игра просто. Переподключиться можно? Эту игру можно спокойно покинуть. А можно вернуться? А можно спокойно вернуться. Где? Нигде. Значит, ну, походу, все это. Типа, нам показали, что вот, смотрите, пацаны, короче, вот до сюда можно поиграть, все дела. Ну, в общем, то есть, развивается что-то как-то, но зависит реально от людей. То есть, людей, которые делают кастомные карты, очень мало, потому что это не приносит денег, это не приносит славы, это не приносит женщин, наверное. Так что... Если будут люди, которые будут развивать карты на движке Warcraft, круто. Если будут люди, которые развивают карты на движке Reborn, то значит надо в Reborn там что-то фигачить. Посмотрим, короче, что получится. Но вот жизнь на арене что-то существует более-менее. Так все, ливаем поскорее отсюда. Что, можно...